Право на счастливую жизнь и счастливое детство. Сегодня в Казани наградили победителей второго республиканского конкурса информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав». Он прошел по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Татарстане при поддержке многих министерств и ведомств. Конкурс приурочен к празднованию 20 ноября Всемирного дня ребенка. В этот день, в 1989 году, Генеральная ассамблея ООН приняла важный документ – Конвенцию о правах ребенка. Повысить правовую грамотность детей и стимулировать их социальную активность – вот основные цели конкурса. С победителями пообщалась Ольга Морская. Они хотят свободы слова, они могут что-то изменить, они знают, у них есть право. Право на жизнь, на радость, на любовь. Ролики, снятые детьми, участниками конкурса, трогают до слез и пробирают до мурашек. Темы, которые они затрагивают в своих работах, самые животрепещущие. Война, отношения к детям-инвалидам, сложные отношения с родителями. Мама и папа ребенка погибли в аварии, он оказался в детском доме, и его единственная мечта – вновь обрести семью. Об этом видеоролик ребят из Арской детской телестудии «Нур». Их ролик был отмечен членами жюри. Хоть они и дети, но их надо считать людьми, как взрослыми. Нужно обращаться с ними, как взрослыми, потому что ребенок тоже человек. Конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» прошел в республике во второй раз. Он приурочен к празднованию 20 ноября Всемирного дня ребенка. В этот день, в 1959 году, Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка. Право на жизнь, здоровье, образование, отдых и досуг, заботу родителей, защиту от насилия и дискриминации, выражение мнений. Вот что, согласно конвенции, маленький член общества должен иметь по закону. Когда мы говорим о воспитании подрастающего поколения, очень важно, чтобы мы воспитывали их не только в духе патриотизма, любви к семье, к родине, к стране, но в то же время ребенок должен расти грамотным с точки зрения правового поля и должен знать свои права и обязанности. И, в принципе, это задача не только семьи, но и школы. Нам очень приятно то, что в нашей республике есть институт уполномоченного по правам ребенка. В этом году в конкурсе приняли участие 1000 ребят со всей республики. Они прислали более 300 работ. Почти 250 оказалось в финале. Видеоролики были размещены в интернете. Более 12 тысяч просмотров. Достойный результат, говорят организаторы. Дети вообще на самом деле очень чутко подмечают наиболее проблемные моменты в сфере защиты детства. Меня поразило, что дети обращают внимание на тему детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень трогательный сегодня тоже один из роликов, этот будет, конечно, здесь у нас поощрен. Дети обращают внимание на детско-родительские взаимоотношения. Например, возникла тема спора между родителями по поводу воспитания ребенка в ситуации развода. Тоже инновационная тема, в прошлом году ее как-то не озвучивали. 10 конкурсных работ получили самые высокие отметки жюри. Остальные участники также не ушли без дипломов и аплодисментов. Каждый из них унес главное – осознание себя как полноправного члена гражданского общества, как маленького человека с большими правами. Ольга Морская, Шаукат Ахманов, «Столица».